С вами Риран, ребята, Enipen, give and take, 22 секунды, я только успела на компьютер прикинуть реакцию Skyam, даже попу поднять не успела. В реакции Skyam забыла включить лампу, вот, ну ничего страшного, у меня 12 секунд, я думаю, что, ребята, 10, 9. Кстати, некоторые Enipen называют, у меня словесный понос, у меня словесный поток, ребята, сорьки. Фух, я сейчас помру, так, я думаю, что ребята должны что-то говорить, обязаны. Марина Храмилова прислала ты ссылочку, написала, посмотри, пожалуйста, очень интересное видео, у ребят красивые голоса, а если не посмотришь, донат возвращать не надо, то тебе и Дани на вкусняшке. Дело в том, что там на страничке доната, да, написано, что сейчас я не принимаю заявочки на клипы или что-то еще для реакции, но все равно я хотела передать тебе огромнейшую благодарность за то, что поддерживаешь меня, канал, и от Данюшки тебе тоже большой-большой привет. Спасибоньки. А нет, у нас сразу сходу, что происходит? Знаете, как в 11, господи! Но это нереальные кадры, мне кажется, это графика была только что. Так, да. А, я ждала заставку Big Hit, секундочку, они у нас вообще-то Belift. Так вот, это криповая комната. Что, блин, за 5 суперспособностей? Господи, сюда не смотри, так я пугаюсь! Ой, у меня аж руки трясутся. Так, Джей и Джейк. Боже, вы видели только что этот взгляд? Я не могу, они почти даже не шевелятся. Фейт. Мне плохо! Господи, Ники, Ники, Ники! Он привязанный! Ой, у меня мурашки! Ай, он так смотрит, типа, как будто... Блин, мне так нравится этот момент! А что на кровати там, я не поняла. Что он съел? Господи, все интереснее. Я ничего не понимаю. Ой, красиво, как красиво было. Да, котик, котик. Так это твоя лавка была на окне, да? Ники, спускайся, пожалуйста, господи, ты как призрак. А что там на экране? Ой, красиво так. Ой, у меня мурашки, ребята, мурашки. Нет, господи. Ой, господи, фу, укусил, я укусил. Что это за штука такая? Из тизера. Момент вот этот. Красивый, красивый, очень красивый сынок. Ой, они тут все красивые, Джейк, господи. Сын, ты прекрасен, он нас опять туда соблазнял. Боже мой! Ники как балеринка из шкатулки. Рост мерят. Ой, они при... Стрела. Сейчас загорится. Я там в глазах! Подожди, чуку! Что они делают? Это так крипово! С Мишкой или с кем-то, с игрушкой? Ну это типа превращение их. Они походу не постоянно. Я хочу с одной стороны их разглядывать, с другой стороны хочу понимать. Ну, господи, ты меня... Сейчас в кадр глянет, как это в тизере. Ой, ой, матушки мои дорогие. У него клыки, господи, боже ты мой. А что я так удивляюсь? Все, премьера завершилась. Все? Можно умирать теперь, да? Кажется, да.
А я вообще что-то говорила пока реакцию? Мне кажется, я много чего говорила, но я ничего не помню из того, что я говорила. Я была просто реально сейчас ни здесь, ни за этим столом, ни перед камерой, ни перед экраном. Мне кажется, я была полностью, целиком и полностью погружена туда. И это чередование просто типа таких привычных мне для кей-попа, да, танцевальных моментов, вот этих красивых таких взглядов. Я не буду делать больше так. Не пугайтесь. С их историей, причем это все как-то перемежается, короче, не знаю, как объяснить. Криповый вот этот вот дом, с одной стороны, это невинность, да, детская, с другой стороны, что они какие-то вот как опасные хищники, а с третьей стороны, там целая трагедия разворачивается, да, на почве происходящего. А с четвертой стороны, там есть некоторые такие не совсем понятные, но очень интригующие моментики, там, где, да, фонариком или что там, рот светит, или что это, я не знаю, может, это был тест на коронавирус. Я не в курсе, но вот эта история, ее хочется прочесть дальше, да, или увидеть, или услышать дальше, то есть, почему они ими стали, какие именно, да, они вампиры, то есть, я смотрела некоторые сборы информации от поклонников, разные упоминания, Италия и все остальное, и, возможно, да, что они обретают разные формы. То они люди, то они превращаются, как бы оборачиваются в вампиров. Либо нам показан просто переход, да, когда изначально они были людьми, а потом уже стали вампирами, и тут нам вот это показано. Я фиг его знает, но это очень прикольно. Я даже не знаю, кого из мальчиков выделить. В принципе, концептуально они не слишком изменились в этом, чтобы я, типа, ну, раз и челюсть поднимала, да, с пола, мол, что я не узнала бы или еще что-то. Но они очень красивенькие в этом клипе. Естественно, я уже привыкла и к Джею, и к Нике, к блондинам. Мне нравится сейчас их чуть-чуть иначе протонировали, и я прям все в захвате. Сон Хун, боже, прекрасен. Чон Вон, вы знаете, да, уже все, бясик у меня. И он тоже потрясающий здесь. И я заметила, что у нас получается два центра, да, и Хесын, и Чон Вон тоже. И за кого еще сказать? Сону, как всегда, он самый милый, с одной стороны, и с другой стороны, за счет этого, наверное, самый криповый в некоторых моментах. И он умеет вот так вот прям, чтобы смотреть. Джейк все равно, ну, такой щеночек, я не знаю, мне так сложно переключиться. Мне кажется, он вообще, в принципе, очень-очень добрым малым таким, да? Самое главное не сказала. Я удовлетворена. Удовлетворена целиком и полностью. Мне нравится, с одной стороны, что это остался кей-поп, с другой стороны, это что-то вот совсем, да, отличное от Tomorrow by Together, отличное от Bangtan Sonyeondan. Я имею в виду вот эти вот артисты, которые у нас рождены под лейблом, под рукой Big Hit и под командой Big Hit, хотя Belief, напоминаю, что это у нас другое агентство. Я всем довольна. Несмотря на то, что я очень люблю такие а-ля школьные концепты, да, мне нравится, что мы перескочили это и сразу пустились во все тяжкие, в какие-то там суровые дебри. И при этом, все-таки, видите, нам оставили вот эту вот детскость какую-то, да, за счет вот этих комнат, где они такие юноши, это какое-то прошловековье, средневековье, ну не среднее, это, знаете, такое, между здесь время, как-то это, возможно, связано таки с Италией или с чем-нибудь еще, наши маленькие вампирята, блин, короче, не знаю, я могу болтать бесконечно, мне, наверное, надо было еще раз клип включить и еще раз с вами внимательно рассмотреть, но уже все, мне кажется, секунда на секунду у меня должны прийти мастера по установке двери. Спасибо большое, что посмотрели со мной. Напишите мне, пожалуйста, свои отзывы. Я просто нуждаюсь, как в воздухе вайвиков, когда что-то такое вах происходит. Мне нужен контакт, коннект. Мне нужен коннект с айвиками для того, чтобы почувствовать, что понравилось вам, что-то обсудить в комментариях, сравнить свои эмоции с вашими эмоциями. Короче, вот так. Все. Я пошла. С вами была Ариран. Я всех люблю и целую. Пока-пока.